как он работает с мячом, всех обыграл. И надо забивать. Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встрече. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Мяч все ближе подбирается к воротам соперника. Это удар! Спасает команду вратарь. Сыграл он действительно здорово, безупречно. Очень сложно было отразить этот удар. Месси начинает атаку разрезающим пасом. Ударище! Мимо, но было довольно опасно. Да, чуть точнее, и счет снова стал бы равным в этой игре. Позиция очень удобная для штрафного. Отличный шанс, чтобы забить мяч. Решил пробить с приличного расстояния и едва не попал. Да, удар получился плотный, но там вратарь был к этому удару готов. У Карвахали на фланге есть свободная зона. Хорошая фланговая атака намечалась, но удалось защитнику ее прервать. Не точно удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Матиас Норм. А вот сейчас может быть опасно. Просто великолепное спасение. С такой-то дистанции вытащить такой удар. Великолепная реакция голкипера. И подает в штраф. И выносится мяч. Удар. Вот это спасение. Карвахали на фланге есть свободная зона и есть пространство, где развернуться. И пробил! Я сейчас закончу вообще все! Месси ведет за собой команду в атаку. Красиво сыграно, как эффектно. И все-таки гол состоялся. Вот и все. Сказочки конец. Карвахали на фланге есть свободная зона и есть пространство, где развернуться. И пробил! Я сейчас закончу вообще все! Месси ведет за собой команду в атаку. Красиво сыграно, как эффектно. И все-таки гол состоялся. Вот и все. Сказочки конец. И пробил! Я сейчас закончу вообще все! Удается команде сравнять счет под конец встречи. Дожали все-таки соперника. Никогда. Месси ведет за собой команду в атаку. Красиво сыграно, как эффектно. И все-таки гол состоялся. Вот и все. Сказочки конец.